Всем здрасте, с вами Александр, и я продолжаю играть в Мод Олд Стори. В предыдущей серии у нас было задание сходить на рыбацкий хутор. Туда отправляемся. По пути заберем с собой парочку плоти. Ладно, он слишком много, скучный вот. Значит, рыбацкий хутор говорить. Посмотрим, что там. Да, видим ключевого персонажа. Чего тебе? Если хочешь выбраться с болот, спрашивай помощи у проводника. Да нет, пока не хочу. Не найдется ли работа? Да, как раз вовремя. Сгоняй на второй форпост и проверь, что там случилось. Ты уже там был. Отряд долго на связь не выходит. Кстати, это тот самый отряд, который тебя второй раз вытащил. А я под выброс опять не попаду. Так, болтовня потом, дуй давай. Ну я погнал. Посмотрим, что еще у него есть. Спецзадание у нас навалом. Ну говори, на сгоревшем хуторе поселились огненные полтергейсты. Раньше это центральный хутор был. Ну райцентр там до зоны был. Так вот, это перевалочная база была, бандики у нас ее отняли. Недели две назад мы сдавали позиции за позицией. И уже хотели бандики счеты с нами свести. Так на их базу, которая на центральном хуторе была, напали полтергейсты. Всю братву пожгли, а вместе с ним и хутор спалили. Так что теперь зовется этот хутор сгоревшим. А что от меня требуется? Ну так ты слушай, полтергейсты эти невидимые. Мы сначала думали, что это аномалии, а нет. Шустрый, когда ходил на разведку, ночью заметил, что ночью эти полтергейсты становятся видимыми. Тебе надо провести генеральную зачистку сгоревшего хутора. Справишься? Да без проблем. Сгоревший хутор потом. Сначала мы отправимся на второй форпост. Посмотрим, что там. Кстати, на мод установил второй фикс. Мод стал намного стабильнее. По крайней мере, нет вылетов. До этого были. И довольно-таки часто. Так, мы на посту. Что здесь приключилось? Сейчас посмотрим. Пусто. Так, все. Ну, это здесь было. Мертвый сталкер. Еще при выбросе. Поговорить с Мининым. Товарищ Минин, я пришел. Тебе чего надо-то? Был на форпосте. И что там? Болотная тварь всех пожрала, мразь. Эх, ребята, спасибо тебе, наемник. Вознаграждение Суслова возьмешь. Да, кстати, поговорить с командиром отряда смотровой вышки. Ему помощь твоя нужна. Смотровая вышка, она рядом тут. Давайте прогуляемся до нее. Что там за помощь требуется? Пока кроме новых квестов в моде я не замечаю, конечно, нового сюжета. Давайте продвинемся дальше. Новый сюжет всегда хорошо. Тебе нужно что, сталкер? Кто из вас начальник? Ты? Нет, не ты. Все понятно. Ты главный? Нет. Нет, не буду я пока ничего искать. Поднимемся повыше. Где ваш босс? Какая помощь вам нужна? Фома. Сидит урод. Ну ничего, недолго тебе там сидеть осталось. Кого ты там увидел? Ну?
Привет, помощь нужна? Угу. Что все так серьезно? Да вон в церкви какой-то псих с оптикой засел и валит всех без разбора. И рожа у него странная, днем мимо него не пройти, а ночью утихает вроде. После выброса в церковь не войти, аномалия там непонятная. Этот снайпер и отстреливает еще всех. Но один сталкер рассказывал, что ночью, когда совсем темно, с этим снайпером что-то не так. Да и с аномалиями непонятно. Нету ночью, рассасываются они куда-то. Ну, так вот, этот сталкер говорил, что будто ночью он даже продавал остатки еды этому снайперу по бешеной цене. Так что дело делать ночью надо. Можешь и днем, конечно, попробовать, но не советую. Выручи, мужик. Если сможешь подобраться к нему, то не спеши валить. Попробуй поговорить с ним. Поговорю, если получится. Все понятно. Ночные снайперы. Оптику возьмем. Проверим ящичек. И, наверное... Я лягу спать. Все-таки лучше делать это ночью, как вам сказали. Продолжаем после крепкого и здорового сна. Нужно перекусить и отправимся в церквушку. Посмотреть на этого снайпера, который баламутит всех. Скорее всего, наверху. Эй, ты пушкой-то не маши. Кто ты? Для разговора она не нужна. Славик, что тебе нужно? Ты что, дурак, что ли? Мужик, что у тебя с лицом? На тебя жалобы поступают. Меня из дома выгнали, болотные твари. Замочите, сука, я уйду отсюда. Дом мой был на лодочной станции. Попробую разобраться. Не будем его убивать. Ему нужны две шкуры этих тварей. Хорошо, будут тебе шкуры. Вали отсюда! Псих. Лодочная станция, говоришь? Все понятно. Мы на лодочной станции. Болотные твари, как я понял, это кровосос. Один готов. Щупальца кровососа. Она нужна ему или нет? Еще одного слышу. Так, где же ты? Мистер Кровосос, где вы? Убежал, что ли? Ну вот. Так, вот он. Спасибо, мужик. Загляни на нашу базу. Там тебе награда достойная найдется. Еще один готов. Какую-то награду нам получить. Можно возвращаться к Славику. Славик, я пришел. Не подходи, замочу! Псих. Вот твои шкуры. Болотных тварей я выселил. Можешь возвращаться. Так, он недоволен то, что ему принес одно дерьмо. Давай сюда. Из этого можешь суп сварить. Дерзкий какой-то. Вали отсюда. Вали, вали. Вали. Хочет. У нас есть задание убить полтергейстов на хуторе. Но туда нужно прийти ночью. Как раз у нас и есть ночь. Давайте отправляться туда.
Надеюсь, их будет немного, потому что патронов у нас совсем не осталось. Одного. Их тут много. Так, кабан где-то еще. Где вы, мистер кабан? Один готов. Аккуратненько. Еще один или даже два. Так, это что становится? Дробовика в ближнем бою. Четыре патрона. Есть. Еще остался. Последний. А, у меня еще есть 10 патронов. Спасибо за помощь! При случае загляни на базу! С нас ведь причитается! Готово, можно отправляться на базу чистого неба. Нет, не на базу, а к Минину. Все, нету больше полтергейстов. Отлично, наши отряды смогут там расположиться. Награду заберешь у Суслова. Так, больше нет никаких активных заданий, поэтому самое время отправиться на базу чистого неба. Пойдем. Вдруг старая останавливается и что-то там говорит молодой. Нам нужен Лебедев. Так, где Лебедев? Лебедев. Здесь нету. Кто видел Лебедева? Пойду получу награду. КПК. В КПК указывается, что на Янтаре в лаборатории есть хабар. Думаю, нужно будет это проверить. Приветствую! Хочешь поторговать? Давай награду. Отлично. 11500 получили. Детектор медведь. Будешь неподалеку? Заглядывай. Пока не буду ничего покупать. Возьму только медицину.
и для дробовика патронов обычной дроби. Так, где Лебедев? Все-таки где Лебедев? Кто видел его? Мужик, ты Лебедев? Не похоже. Посмотримся, что здесь. Здесь тоже пусто. Ладно, как найду, включусь. Лебедев появился днем. Говори. Так, все, я напугался. Говори, как попасть на янтарь. Значит, смотри, южный хутор ведет на блокпост военных, сам понимаешь. А вот с северного хутора можно попасть по одной тропинке прямо на янтарь. На северном хуторе есть бандиты. Надо как-то договориться с их главным, глазастым, либо замочить всех нахрен. Мочить пока я никого не собираюсь. Давайте пообщаемся с бандитом. Также у нас появилось сообщение от Славика. Он просит зайти к нему на лодочную станцию, у него есть какое-то дело. Да, давайте сначала сходим к Славику. Возвращается. Что он хочет от нас? Привет, Славик. Есть время поболтать? А тут тоска такая. Он предлагает подзаработать. Нужно сходить за грибами. Так возьми и сходи, я в городе не жил. Ни разу в лесу по грибы не ходил. Да зрение у меня слабо, плохо вижу я. Так что пойдем вместе, тут недалеко. А на месте я расскажу тебе, какие грибы нужно брать, а какие нет. Согласен? Пошли. СВДха у тебя, конечно, неплохая. Мне бы пригодилось. Тем более теперь она тебе ни к чему. Отстрелял ты свое на церкви. Лодочная станция чистая. Давай, СВД. Шучу я, Славик, шучу. Ну что, где грибочки? Говорил недалеко. Славик, когда придем уже? Ты меня завести куда-то хочешь? Здесь аномалия. Химический ожог. Пришли. Ну что, пришли? Да, мы на месте. На этой поляне растут грибы. Собери 5 штук. Думаю, этого хватит. Не бери все подряд. Если видишь больно зеленый гриб, не вздумай брать. Это ядовитая кислая поганка. Она убивает того, кто ее срывал. Попробуем. Так, один грибок увижу, но он зеленый. Собрали. Еще один. Хватит? Нет, не хватит. Я тут всю медицину оставлю. Пожалуй, я сохранюсь. Ну, привет!
Так, еще нет. Еще не хватит. Славик, у меня медицины почти не осталось. Вот грипп. Надеюсь, все. Вот грибы. Так, отдали грибы. Награду получили — пузырь. Если найдем, нужно еще кому-то нести. Славик, ты не мог пузырь раньше дать? Химожок плюс 6. Да, Славик, спасибо тебе. Но надо было пораньше. У нас есть диалог еще пообщаться с бандитом, с главарем. К нему и побегу. Так, главарь бандитов глазастый. Мне нужно на кордон пройти. Ну иди, там злые ребята сидят. Сколько будет стоить? Лимон. И ты наш друг. Лимон — отличная штука. Давай по чесноку. Ну чё, пацаны, типа анекдот. Так, нужно найти КПК бандита, в котором указан место хабара. Он находится на базе чистого неба. Ну давайте попробуем. Можно, конечно, их убить. Но пока я не буду этого делать. Он советует ночью его украсть. Ладно, посмотрим на месте. Больше нет, у тебя ничего нет. Отправляемся на базу. После недолгих поисков я нашел КПК здесь. Кстати, забираю его днем. Вроде никто не нападает. Давайте отнесем его обратно. Глазастый. Привет, да, принес. Вот он. У нас появилось задание отправиться с проводником на Янтарь. Но где проводник? Может быть, на базе? Ну чё ты, фар... Так, ты проводник, куда можешь меня отвезти? Пока никуда. Понятно. Все понятно. Ладно, ребят, я думаю, на этом все. Продолжим в следующей серии. Или не продолжим. Не знаю, буду я проходить этот мод или нет. С вами был Александр. Всем спасибо. Всем пока.